как мы будем охотиться на ведьму и будем ходить в шахту. Итак, я знаю, кажется, где мы будем строить шахту. Ну, у меня уже тут построена шахта. Будем продолжать не строить, будем добывать блоки. Я себе возьму новый меч. Ой, блин, тут нет меча. Ладно. Все равно мечом буду бить. Сколько хватит, столько и буду. Так, давайте. Опля. Опля, опля, опля. Так, 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 так. Йоп, йоп, ес. Знаешь, что мне, мне очень жаль, что у меня нет факелов. Стрелу, я могу разбивать стрелой. Прикиньте. Так меньше тратить урона меча можно. Класс. А у них хоть есть эти блоки, я не понял. Нету. Ну ладно. Буду все равно буду добывать. Что, вот мне вот хочется или серебро, или золото найти. Что это такое? Но я еще не нашел. И вот, вот, я нашел и золото, и еще какой-то блок. Давайте, наконец, это разобьем. Разбивать только очень долго. Тик, 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 тик. Есть. А где блок? Я не понял. Где блок? А золото у меня хоть появится. Ладно. Но это реально... Как-то неправильно. Потому что у меня должно быть золото. Что? Ну что за бред? Ну ладно. Все, шахту точно отменяем. Поэтому все. Будем. Сейчас. Так, мы же не будем тут на месте сидеть, так же, как я. Поэтому нам придется выйти на улицу. И ну я боюсь. Если хотите, я могу отправиться в ад, только знаете как? Только для этого тогда я все и прошу. Все положу в этот сундук. Тогда я попаду в ад. Просто мне реально. Просто мне захотелось в ад. Так, вот это точно я положу. И это. Короче, почти все. Мне будет цветочек. Так, похромать придется, поэтому, ладно, я возьму с собой.
Возьму с собой меч. Свой. И, кстати, возьму игру. Кстати, поменяю сейчас броньку на другую. Поменяю себе эту броньку. Опля. Опля. Так. Ну все, давайте менять. Хоп. Хоп. И хоп. Ну все. Отправляемся в ад. Вы готовы? Ну что ж, поехали. Это будет просто бомбезно. Ой, блин, меня кто... Газ! Газ! Помогите! Помогите, газ! Тут газ! Тут газ! Тут газ! Итак, ребята. Мы все сейчас разобьем. Просто газ, я бы тогда потерялся на вечность. Поэтому я зашел в креатив. Поэтому давайте будем продолжать бомбезно в следующей части. Я потом еще раз зайду в ад и выживалки. А сейчас давайте пока проходим блоки, поразбиваем. Грибочки. Мне нравятся вот эти грибочки. Итак, где наш портал? Вот он. Вот давайте сейчас зажигалку найдем. И будем поджигать сейчас. Вот, все. Вуаля. Можем продолжать выживалку. Так, мы продолжаем бомбезную жизнь. Вы можете как захотите назвать. Ну, вообще, я ж Влади. Бомбезная жизнь. Так, друзья, смотрите, меня чуть не убил Гаст. Разбиваем блоки, все, несколько грибочков хватит, вот три блока, все, давайте возвращаться домой. А то я чуть не умер. Опля, вот и я уже и дома. Так, тут зомбарь. Еще до сих пор ночь, обалдеть. Ну что, ребята, давайте опять зайдем в Вилла Мила, да? Я не смог в шахте побыть и не найти ведьму, но зато мы побывали в Аде, это и так уже круто. Ну все, выходим с игры. Ну пока еще не всем пока. Итак, давайте все, у нас его мило. Так, это уже второй уровень у нас. Собираем монетки. Так, меняемся за другого. И все, сейчас встретимся. Все. Ну что ж, всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.